Друзья, всем привет, с вами как всегда Бамбуковый Медведь, добро пожаловать ко мне в гости, Roblox Shinobi Live 2. Блин, пушистики, здесь вышло просто мега грандиозное 8-е обновление, 8.0, офигеть. Ребят, короче, во-первых, новый кодик появился, он как всегда будет в описании, для вашего удобства вводите на спины. Ребят, а спины здесь вообще нужны, мам не горюй, потому что здесь ввели 3, ребята, новых кеки генкаев. Это просто жескач, ребята. Короче, обе-то добавили. Добавили Инизуку, а также Джашин. Офигеть, ребята. Ну и сейчас мы вместе с вами будем тестить полностью обе-то. Обалдешечки, ребята. Я просто на эмоциях. Так, тихо, тут уже ко мне прибежали. Надо куда-нибудь задвинуться. Ребят, короче, мой друг и подписчик Денчик, большое ему спасибо. Он, короче, предоставил аккаунт уже полностью прокачанный. Я не знаю, как они там успели выбивать, ребята. Я только-только... Ну, там у меня работа, стримы, все дела. Но суть в том, что я не выбиваю. У меня, конечно же, еще нет. У меня 90 спинов, ребята. Я все там посливал. У меня их тут нету. Как вы знаете, я тут Итачи тестировал. Я выбил Риниган еще. Короче, я хочу для вас полностью все видосики, ребята, со всеми генками полностью все. Вот он, ребята, видите. Обе-то капец, 1 к 100. 1%, офигеть, ребята, это просто жесть. Вот Риниган еще, ребята. Короче, все видосики, ребят, на моем канале можете посмотреть. Конечно же, не забывайте подписываться на канал, жмякать колокольчик и влепить царский бамбуковый лайкос. Для того, чтобы ничегошеньки, ребята, здесь не пропускать. Все для вашего удобства, ребята, я буду, конечно же, снимать все коды, все обновки, ребята, все тесты и так далее. Потом, после того, как я все затестирую, мы, наверное, снимем какой-то топ, то есть самые сильные пушистики, ну, эти хвоста и самые сильные генкаи и так далее. Обалдеть, ребята, обалдешечки. Ну что, давайте не будем уже томить, ребята. Приступаем сейчас к обзору обита, ребят. Я его еще не тестил, будем смотреть вместе с вами. Ну что, усаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. Так, пушистики, вот я зашел на аккаунт Денчика. Огромнейшее ему спасибо. Сейчас мы полностью, ребята, обита с вами затестируем. Капец, это кто такой? Капец, тут уже и пёселя, что ли, он выбил? А комару это ты ли? Обалдеть. Ладненько, ребята, сейчас будем все тестить. Ребят, на Википедии нету еще никакой информации, какие скиллы, что как дамажит, что наносит. Нифигашечки еще, ребят, не смотрел. Информации нету, поэтому сейчас мы будем все вместе с вами щупать, тестить. А также, ребята, на эмоциях все это будет. Будем все засекать. Так, все, не будем томить, ребята, давайте. О, там уже кто-то качается. Блин, нифига себе, можно мы его маленько задамажим для теста. Так, ребята, первый скилл на Ви. И сразу же смотрим дамаг. И сразу же смотрим откат. Ви. Бенчик. Обалдеть. Дамажит, ребята. И получается у нас 25 секунд откат. Обалдешечки. Такие эти кругляши получаются, да, у нас? Прикольно. Так, еще разок, ребята, сейчас хочу затестить. Так, аккуратненько, только мне бы его не убить. У него есть тут хп? Сколько у него там хп-то осталось? У него 99 уровня. А, я его, наверное, не смогу задамажить, да? Ням-ням-ням-ням-ням. Так, ребята, сейчас еще разок на Ви. Скилл про кастом. Получается, вперед выкидывает энергию и там его сразу же дамажит все, кто впереди стоит, да? Так, еще разок Ви, ребята. Бенч по 7000, ребята. Примерно по 7000, обалдешечки. Так, следующий скилл, ребята, на Би. А, Б. Бум. Тоже всех... Ой, куда они делись? Капец, они исчезают. 20 секунд откат. А, обалдешечки. В кому он их, что ли, забирает? Получается, как бы тпхает их, телепортирует в другое измерение. Обалдеть, офигешечки. Так, давайте еще раз на Би, ребят. Сейчас будем все тестировать. Блин, я на эмоциях, ребят. Я на эмоциях, просто на эмоциях, на эмоциях. Так, откатываемся. И Бэшечка, ребята. Бэм. Офигеть, смотрите, он забирает. Точно, он исчезает временно. Так, и давайте теперь скилл на N, ребята. Скилл на N. Обалдешечки. И что происходит, ребята? Так, передо мной, смотрите. Вот такая шляпа. Крутишка-вертишка. Так, я не могу атаковать. А, я понял. Я, кажется, понял. Так, скиллы могу прокастовывать? Нет, и скиллы не могу кастовать, ребята. Это, по ходу дела, наверное, что-то типа брони какой-то. Либо бессмертие, либо какая-то неуязвимость. На N у нас, смотрите, да? Смотрите, я могу бить. Жмякую N. Хлоп, и бить уже не могу. Q не работает, ребята. E не работает. А скиллы B не работает. Ну, V у нас еще не откатилось. Это что-то типа, наверное, какой-то неуязвимости. Смотрите, ребята, да? На N-ку у нас. Так, кто-нибудь меня шлепните. Никто не хочет по попке шлепнуть. Так, ладненько, врубаем, ребята, N. Вырубаем, вырубаем. И
Все, получается, по скиллам у нас все. Давайте посмотрим, есть ли у нас здесь моды. Точнее, моды есть, но сколько их и какие они статы дают, я не знаю. Так, жмякаем, ребята, С. Сейчас полностью закапливаем чакру. И активирую мод наш. Обалдеть, офигеть. Во-во-во-во, давай-давай, стреляй по мне. Где он? Где он? Еще разок можешь пострелять? А я Эночку бы активировал. Братишка, иди сюда. Ой-ой-ой, тихо. Он его АФК ему сбил. Капец, это был не я. Так, ладненько, активировали, ребята, мы первый мод. Смотрите, характеристики. 2200, 2400, 2200 и 2000. Неплохо, неплохо. Так, погнали, ребята. По скиллам смотрим, ребята, на Ку. Вау, нифига себе, ты пехается вперед и сразу же дамажит, что ли. Обалдешечки. Так, я могу Эночку прокастовать? Да, я могу сейчас Энку прокастовать, и меня никто... Так, и, соответственно, я тоже ничего не дамажу. Эй, долбани меня! По попке. Так, еще раз, ребята, жмякаем кушку. Бенч, 53 тысячи, обалдеть, мне нравится. Так, на правую кнопку, ребята. Не, клики, ребята, клики смотрим. Клики вот так вот просто бьет, да? Угу, просто бьет, бьет, бьет. Так, правая кнопка, ребята. Здесь ничего у нас не происходит. Правая кнопка Q. Тоже ничего не происходит. Так, погодите, я активировал. Да, активирована у меня первая стадия. Правая кнопка Q. Правая кнопка C. О! Офигеть! Нифига себе, мы как бегаем. Вот теперь я точно, наверное, ребята, в комую, да? Офигеть, смотрите, я в другом измерении. Быстро перемещаюсь. Бить могу. Тихо, нет, лоудинг. Какой лоудинг? Бить не могу. В. Б. Q. Не, смотрите, я не могу никого атаковать. И я просто бегаю. Это так, наверное, можно будет текать. Офигеть. Обалдешечки, ребята. Так, правой кнопкой С деактивировались. Фу, и мы опять здесь. Красотули, красотули, офигеть. Так, это получается все у нас, да, которые были. Вон он выстреливает, это на Google спил. А, он туда еще и тпхается, что ли? Офигеть, он туда телепортируется. Офигеть, нифига себе, как далеко. Ну-ка, погодите. Я вот здесь вот, ребята, стою. Вот здесь вот стою в самом начале. Давайте кушечку вот прям туда кидаем. Бенч, и мы сюда телепортировались. Офигеть, он сюда еще и тпхается, смотрите. И вот это все расстояние. Обалдеть! Капец, я хочу эту печеньку, ребята. Особенно с молоком бамбуковым. Так, погнали дальше. С плюс 2, ребята, есть. О, есть вторая модификация. Так, статы смотрим. 2800, 2600, 2700 и 2400. Святой бамбук. Так, ну-ка еще раз, ребята. Ребят, смотрим. Ку. Нет, что-то такое происходит. Или то же самое, он тоже что-то кидает туда, да? И туда же тпхается. Мне показалось то же самое. Так, где у меня есть эта петрушка? Где можно затестить что-нибудь? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. То же самое, да, у нас Ку? Да, похоже. 55 тысяч. Отлично. Так, правая... Оба-на! Правая кнопка, ребята. Капец, у нас тут тоже Сюзанна. Да? Да, дамаг по 14, по 15 тысяч. Блин, это прикольно. А то же самое, как у Итачи, да, получается? Так, с правой кнопкой Ку. Бенчик, вот такой вот правой кнопкой Q, такой скилл происходит. Так, кушка это у нас понятно, это штука с тпхом. Так, и правой кнопкой С. Обалдеть, Сюзанна бьет и тоже забирает в другое измерение. Смотрите, пропадает. Ну-ка, я могу по этому челику прям попасть? Так, ну-ка, 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 смотрите, вот он стоит. Так, правой кнопочкой, ребят, сейчас цешечку, сейчас откатится, откатится, 3, 2, 1. С. Хлопа! Капец, его не забирают, а этот забирает. Обалдеть, нифига себе. Так, а я думаю, может быть, на ком-нибудь, кого больше, побольше уровень, ребят, протестить. А, вон какой-то челик у нас бежит, смотрите. Челик бежит, давайте мы его. Здорово, братишка. Правой кнопочкой, С. Оп. О, где он? Магия вне Хогвартса. Обалдеть. Пати, не, пока месть не могу, пати. Погоди, братишка, у меня здесь тестик, ребята, тестик. Обалдешечки. Так, это мы затестили, да? И правой кнопкой на Ку, получается, вот так он еще бьет. Денчик, да? Так, а третья? Вангуш, то и третья, наверное, есть стадия. Три. А, чуме, третья стадия. Ну-ка, дальше сразу четыре. Пять. Нет, три стадии, ребята. Короче, так же, как у Шерингана Итачи, да? Так, статы смотрим, ребята. 2800... 2700, 3000 и 2700, бонус статов, офигеть. Так, ну-ка, тестируем кушка. Бенч.
Да, то же самое, кидает меч там или что он кидает, туда тпкается и очень-очень сильно дамажит, офигеть. Так, правой кнопкой, большая у нас уже, большой-большой, Сюзанна, обалдешечки. Так, дайте мне, где там этот челик, который у нас был? Так, дайте еще позатесить. Сейчас, наверное, левой клавишей мыши тоже Сюзанна будет бить, да? А почему не бьет? А, вот, да. Все, Сюзанна бьет у нас левой клавишей мыши по 14, да? По 14 примерно дамага. Так, правой кнопкой, ребята, Q. Да, такой удар Сюзанна делает, да? Так, правой кнопкой С. Офигеть, тоже забирает их куда-то. Я валяюсь, как здесь что-то все наворотили. Обалдешечки. Так, правой кнопкой. И сейчас Тешечка у нас откачется. Давай, 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 мой хороший. Давай, давай, давай. А кто тут спрятался у нас? О, тоже у челика. Обалдеть, С. Уу! Офигеть. Смотрите, я на него накастовал что-то. А нет, это он бессмертен. Это он бессмертие сделал. Но я тоже так умею. Смотри, Эночка. Обалдеть, тоже Эночка, ребята, да? Офигеть, вот это прикол. Блин. Так, все понятно. Это у нас, значит, получается первое. Нет, я не могу их менять, ребята. Видите, у меня Энка. Все, я даже не могу менять стадии, когда у меня Энка. Ну-ка, давай, лупи по мне. Давай, давай, давай. Давай, давай, атакуй. Видите, ребята, не атакуются. Да, это получается как неуязвимость, да? Опа, он исчез. Офигеть, вот он, ребят, получается, кому и убежал, да? Обалдешечки. Так, ладно, Эночку, ребята. Активируем первую стадию. 2200. Вторая 2800. И третья тоже 2800. Так, о чем там? Ну маленько у нас по ниндзюцу, да, отличается. Да, и тайджицу 300. И по хп... тоже 300. Блин, прикольно, ребята, мне нравится эта штука. Вообще просто нравится, хочу выбить. Так, ну что, получается, все скиллы мы с вами затестили. Правой кнопкой тоже он забирает в то измерение. Обалдешечки, ребята. Ну что, будем, ребята, выбивать, будем все остальное тоже тестировать. Выглядит, конечно же, вся эта петруха вообще просто мега бомбически. Блин, а мне еще нравится вот эта штука на кушку, когда она... бенчик. И сразу же дамажит. Еще и тпхается. А откат, ребята, где-то 12 секунд, да? Офигеть. Так, правой кнопочкой. Дайте мне кого-нибудь забрать еще, а? Смотрите, вот челик бегает. Опа. Погодите, я не активировал. Погоди. С. Погодите, она у меня вообще не активировалась. Мод, активируйся. Давай, 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 давай. А что я не могу? У меня мод закончился, ребята. Да, все, понял. Это, МД закончилось, да? Ладно, протестировали, ребят, протестировали. Я, наверное, потом еще выбью, поиграю и более детально... О, халявка, конфетка. Конфетка, иди сюда. Челику, Денечку пускай будет спин лишний. Все, ребят, на этом ролик буду заканчивать. Обязательно, ребят, подписывайтесь, жмякайте колокольчик, чтобы не пропускать все мои видосики. В скором времени все, полностью генкаю, всех, ребята, пуштитиков, все я здесь протещу, все у меня посмотрите. Ну что, спасибо Денчику еще раз за предоставленный аккаунт, жму ему лапу, ребята. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, кто поставил лайк. Берегите себя и своих близких. Ну а с вами был Бамбуковый Женобика Панда. Увидимся совсем скоро на просторах Роблокс. Всем жму лапу и всем пока-пока.